Просто была гениальная идея сейчас забежать к этой картине. Ну, я понял. Мне кнопку надо будет нажать. Да, в любом случае. Я готов забрать. Стой, подождите, подождите, стойте. Давайте обсудим. А если вот мы сейчас заберем эти ебаные артефакты, я встану в эту картину прямо, и жестер нажмет кнопку. Хуй гну работать будет, щенец! А мы ебем! Вот план такой все, есть, давай. Такой план и есть. Я готов. Жму кнопку, давай, все, подожди. Картины. Юра, давай, до трех. Раз, два, три. Я не взял, я забыл. Все, иди к картине быстро, блядь. Иду, иду. Да подожди, иду. Тут мусора, блядь. Бери картину, блядь. Взял картину. Блядь, лазер не исчез! Алексей, нихуя, блядь, жидкого навалил, еблишься. А куда, в туалет сюда? Да он, блядь, под себя, нахуй. Интересно, переедут, турой? Не, ей похуй. Beat Dirty Eyes 15 times, on normal or higher difficulty after the assault has started. Мне, блядь, похуй, это слишком просто. На один хайс там можно потратить 3 минуты, 5. Давай, погнали. Ты со мной? Или ты рядом, блядь, постоишь? Ну я это. Так что, жестер, блядь, готов. А, он, блядь, макарон ушел делать свои джага-джага. А, я не готов! Я там вижу. Я забаню сейчас кого-то. Жест, это как получалось? Это а как? А как? А как, блядь? А пускай сидит. Зачем он реально меня заковал и пошел домой, блядь? Да нормально все будет, брат. Да, блядь, убейте хотя бы эту хуйню. Как, блядь, мы же только появились на свет. Как, блядь, можно было в наручники угодить? Ты, блядь, что, про его маму что-то сказал? Это же невозможно. А что ты сделал такого, что он вот тебя решил в наручники? Ты за черного персонажа? Ты зачем? Ну, нет, я Даллас. А что он... произошло в тот момент? Мама, я Даллас. Да я решетку ломал. А-а-а. Сука! Пиндос ты недоделанный! Открывай мне дверь теперь с этой стороны! Гусеница! И в Турции сидишь, думаешь, я, блядь, тебя не найду? Открывай дверь мне! Блядь, сумки! Этот контракт находится 5 секунд! Я нажимаю на кнопочку, ты карту красную сюда имеешь. Это я могу. Блядь, слава богу. Я... Ну, иди к двери! Ёбаный дырой! Нахуй я маску надел, бля! А чё, мне сейчас варить надо это, ну, время. Вы что-нибудь там это, не знаю. Попроходите что-нибудь другое, можете два раза пройти. А ещё. Не, подожди, подожди, Жез, так ты же можешь просто закинуть, помешать, прийти посмотреть, а точнее дойти до фургона и обратно уйти мешать. Или ты как решил, как их варишь, мне интересно, нахуя уходить-то? 15 раз бегать. Так а что, блин, у тебя кухня в другом доме, блин, находится? Да. Ну, у меня отдельное помещение, где я играю просто, типа. У меня тоже отдельное помещение, это комната. Ну да. Ну? 12 раз осталось пройти, мне... А ты реально уходишь просто варить макароны? Ну да. Так ты же можешь вернуться, встать на место. Ну я курицу там еще разогрею. Так ты можешь параллельно курицу поставить. Ну, блядь, ее же нельзя от нее отойти, она пригорит ее. Почему? Ты же уходишь не на полчаса, ты уходишь на секунд 30 просто встать к месту сбора. Вот, смотри, нашлась игра. Ты заходишь, готов, нажимаешь, все, уходишь курицу ебашить свою. Все. Приходишь через 3 минуты, встаешь просто на место, и все. Ну, то есть, ну, ну это приятного. Ладно. Давай на точку. Че, ладно, блядь, на точку? Куда, ладно? А, не, он бежит, я подумал, все, он, блядь. Ладно, и ушел дальше, нахуй. Так, все? Вот оно, блядь, сидит. Что ты сидишь, блядь? Ты куда ушел? О, унитаз, блядь. О, блядь. Скипите, блядь. А че, обнуляется таймер, да? Да. Да.
Все решили проверить. Дом у меня спит у тебя. Почему я не... Сейчас лёжа убью. Сзади. Бежит! Кто? Я просто вижу, то, что ты в другую сторону смотришь. Нет, нет, только не говори, что серваки отрубили. Быстро набиваем килы! Пока они стоят! О, вот все разблокировали. Вот, вот это было красиво. Я сейчас типа выбежало два охранника и два этого красавчика цивила. Я тупо с дроби хуйнул, блять, одному, и второй сразу, ну, блять, сдаюсь на. А что сказали заложники, которые оказались? Они охуели. Но я, блядь, по хребту к локеру уебал прикладу. Вот он охуел. Да? Ну я хуйнул, он не побежал. Очень смешно, когда ты лежишь, и с каждой секунды у тебя звуки, вот, Тихо! Одна секунда! Я думал, там больше немножко. В будущем может появиться новый уровень сложности. И вы, блядь, на нем не будете играть. Так, может, это будет очень легко. Нихуя ты выдумщик! А можно без мата? И нахуй. Пошел ты нахуй. А я не разобьюсь? Это что, блокер? Я, блядь. Опа! А куда ты спрятал? Да. Вот тут. Было бы смешно, если бы я открыл, а я вот тут. Блять! Опа! Я опять его не увидел, я мать его ебал. Блокера? Блять, это какой пиздец! Ой, блять! Эти боты, это просто имба. А, кстати, боты, по-моему, что-то умеют делать, когда... Ну, падать, например, сейчас. Не, там еще что-то они умеют делать. У меня есть идея, но очень рисковая. Через низ вентиляцию залезть. Если ты сейчас откроешь мне какую-то вентиляцию, залезешь в нее, то я тебе 100 рублей, блять, дам. Она должна быть открыта. Ой, блять, да. Я на это рассчитывал. Чел, вот. Хорош. А? Чел, хорош, блядь, хорош, дед, блядь. Охуедельно. Че ты жрешь эту плашку? Она единственная у нас была! Ты её сожрал! Она могла заряжать нам игру. Передаю привет всем дорогим друзьям, которые смотрят Крабик и Ганс. Еще раз. Неприятно, на меня два еще выкатил. Так, ты взламываешь это, я взламываю. Я от бабушки ушел! Я от дедушки ушел! Мама! Come cry! Мне 4 человека! Underground! Я убью всех! На, друг, я тебе кину сейчас сумку. Ты... Надеюсь, не на охранника. Не-не-не-не, топай отсюда, какашка! Я все сделаю. Чё ты сюда припёрся? Я камеру выруб... Какашка ты реально. У меня перс не перелазит через препятствие, потому что у него нет маски. А я забыл. Два раза пройти ограбление не можем. Ебальник мой представил. А, я к тебе. А, он к тебе пошел. Я думал, у меня второй вышел. У меня третий вышел, ты мое лицо представил? Тебе идут. Так, друг, ловишь? А ну-ка, иди сюда, вот, сюда, сейчас, смотри. Да блядь, сейчас, подожди, сейчас. Все, последняя попытка.
Сумки уносят! Слушай, все, друг. Да встань, врача! Броню уничтожили! Две пластиночки! Тебя еще и вонючку кинули! Ну живи! Дейвер, так крылка, я что-то не понял. На броню, друг. Ты что, вылетела игра? Что у тебя? Что ты сел? Только не говори, что у тебя вылетел я. А, у тебя гладик упал. Ты когда-нибудь видел, чтобы Клокер убегал? Ну, раз убегает, значит боится. Открывается. Так кто бомбер такой? Я! Ой. Я твою самую пушку взял! Нам проведешь уже, да? Я же уже. Так все. Вот! Я видел! Лежит. Эль мучачо, ня-ня-ня-ня-ня. Бабки, сладкая попка. О, а сейчас я посмотрю, вроде можно как-то... Смотри на меня. Ты вот так сейчас делай. В принципе, это похоже на Первой мировой. Давай, встаем, Иван, блядь. Встаешь туда. Давай, ты встаешь. А реально, слушай, реально похоже. Вот туда, блядь. Туда, да, Крейзи, вставай у двери. Смотри, дверь закрываешь, вот смотри. Дверь закрываешь, встаешь, да, сейчас я встану на позицию. Бери на превьюшку, Алексей. Не кликбейт, оверки. Ha 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 ha!